Всем привет! Вот, меня зовут Роксана, и я продолжаю заснимать свои влоги на свой канал. Скоро будет месяц, как я этим занимаюсь. Вот, я выставила штук 7-8, наверное, видео за этот месяц. В общем, работа это не из легких, поэтому подписчиков у меня уже 95 было или 96. Вот, хочу хотя бы, чтобы преодолеть 100, как рубеж, за один месяц. Потом, конечно, буду планку повышать. Это уже как мое хобби и цель. Вот, все-таки сделать нормальный канал. Так что, кто не подписан, подписывайтесь, пожалуйста, потому что смотрят меня 70% без подписки. Так что, жду. Будем продолжать снимать влоги каждый день. Все, обо всем. И о работе, и о жизни в Израиле, и о магазинах, и о готовке. Все, что можно и нельзя. Все, приехали с ногом на работу и поехали сразу в туннель поедем. Потому что мониторинг делать, пока солнце не стало сильное, я лучше сделаю пораньше. Да, Марк? Куда мы едем? Куда едем? В туннель. Зачем? Мониторинг делать. Почему мы так рано едем делать? Потому что ты боишься солнышка. Я просто не хочу, чтобы мне было жарко. Поэтому поедем пораньше. Перекопали. Скоро будет новая дорога, наверное. Да, он укатывает там уже. Вот тут такое творится. Не разберешь, кто куда едет. Там он стоит с этим GPS-ом. Человек спит за рулем. Спит? Посередине дороги. Это нормально для них. Стали посреди дороги и стоят. Они не переживают по этому поводу. В этом сигнале-то. Арабы. Вам? А? Вам? Чего? Сигналят. Нет. В чем не сигнал? Говорю, арабы в основном за рулем. То скоро будем подниматься. Солнце светит там. Блин, опять там стоянка. На моем месте. А справа не видно ничего. Ой, кстати, он хочет температуру нам померить. Мы меряем температуру каждый раз. Алан. Hello. Майд мол барахте были, макара. А? Мол. Это мол? Я лава ты бара. А что, мы не ездим? А? Ездим. Не проверяли температуру. Да, барабайт гадол. О. Какая? Норм? Барабайт гадол. Ну, что мы вчера не остановились, не проверял температуру. Ну, что оно, если он прощёлку? Ёп. Ого. Вот это да. Подожди, а ты можешь вот здесь стать вот на сухом, вот я тебя прикрываю вот так вот, вот тут вот. Да, ты я становилась как? Все могу. Да-да, нормально. Ну сейчас встанем вот так, вот я тебя прикрою, только близко нельзя подходить. Да все, то вы близко все равно подъехали. Как близко? Ну так вот близко, купец. Не понял. Все, ладно, нормально, поехали. Ой, пошли. Не надо, наоборот. Вот уже приехали с туннеля, сижу, смотрю сериал там, называется «Бумажный дом». Вот, только включила, это вторая серия, вот уже заканчивается. И раскрашиваю картину. Какая она большая. Я тремя цветами уже разукрасила, тут черный, темно-зеленый. И светло-зеленый. Сейчас еще буду разукрашивать другим цветом.
В общем, классная картина, мне нравится. Такая штука, надо будет еще заказать. Вот такие краски идут. Это не такие маленькие бочонки. Ну, хватает красок. Потому что, вот, например, мне одного цвета, вот номер один цвет, положили 3 штуки. Так как его тут, ну, достаточно много было. Вот, и знаете что? Мне даже один не закончился. Поэтому 2 осталось. А также самый черный давали 2. Но тут уже всех, да, остальных по одному, потому что, ну, мало. Вот еще другая палитра. Вот там 17, 7, всех по одному, остальных вроде. Вот черных только 2. И все, и вот раскрашиваю очень. Затягивать такие мелкие циферки есть некоторые, вот, чтобы для сравнения с пальцем, вон какое мелкое. Вот, сидишь, раскрашиваешь, раскрашиваешь, ну все. Хорошо, сидишь, кушаешь и раскрашиваешь, и смотришь сериал. Скоро надо будет в туннель ехать, за бутарку ставить. Так вот, вот я и провожу свое время с пользой. Оставайтесь со мной. Это другой торговый центр пришли. А здесь тебя. В новый. Ну, точнее, не новый, это возле нас. Вот такие красивые. Мы все в масках. Всем без масок не пускают. Я с работы. В магазин заходить не хочу, потому что приходится мне потом вырезать, либо музыку накладывать на видео. Потому что авторские права. Вот, вот я опять. В этой же футболке вчера. Ну ладно. Фреши. Надо будет попробовать. И все такое. Вот пришли с магазина. Скупились немножко. Не комментируй. Вот, скупились мы на 150 шекелей. 151,70. Вот. Купили, что значит? Это виноградик. Вот, это 2 рулета таких, это желе пачка, вот, банка такого варенья, это мандариновая, вот, 8,90 стоит. Такую мисочку нам надо, это напитки, это мы думаем, что, как оно называется, аджика типа такого что-то, но мы не знаем, попробуем. Вот это петрушка, укроп. Молока, ну и овощи, морковка, огурцы, там кабачки, помидоры. Это такое шампунь. Взяла нового, 19,90 стоит шампунь, мыло и зубная паста. Вот это все получилось на 150 шекелей.